Всем привет! Вы на канале Бендинешки, не хочу рассказать о своей ОС. Ну что ж, погнали. Мою ОС зовут, ну как бы вам сказать, Котейка. Ну не Котейка, а Лиска. Лиза не любит, она, короче говоря, она любит звезды. Она иногда в школе показывает всем факи. Она любит золотого Наклза, потому что она в него влюбилась, и как бы она не хочет его рисовать, потому что он слишком красивый для нее. Она любит клубнику со сливками, особенно клубнику. Клубника это для нее самое вкусное, что есть. Еще она любит молоко. Молоко это ее любимая еда. Но она не очень красиво рисует. Она нарисовала Александру. У моей ОС оранжевый комбинезон.